На этапе расчесывания всегда отмечайте, где наиболее грязная шерсть у собаки. У шпицев-то, как правило, шерсть за ушами. Она всегда такая немножко засаленная. Ну, это связано с тем, что где мы их гладим, вот так мы их и гладим. Сами же и засаливаем. Очищающий шампунь Вол 1 к 30 разводится. Ну, на малого шпица чуть больше чайной ложки. И капельку концентрата за ушки. За ушки нанесла концентрат. И на остальное тело наносим разбавленный шампунь. Особо ничего втирать, жулькать не надо. Нанесли пену, пусть она впитывается. Смыли первый шампунь, проверяем шерсть на скрип. Скрипит по телу. Проверяем. Вот здесь вот, возле ушей, не скрипит. Вот здесь шерсть на ощупь склизкая. Я повторяю капельку шампуня за ушки. Если я этого не сделаю, то после мытья и после сушки в этих местах останутся жирные сосульки, как будто и не мылась собачка. Проверяю шерсть возле ушей. Все, она заскрипела.